рад тому, что между Грузией и Арменией сформировалось стратегическое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе на совместной пресс-конференции после переговоров с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Тбилиси 16 сентября. По его словам, стратегическое сотрудничество способствует углублению отношений между двумя странами. «Я выразил признательность премьер-министру Армении за голосование в пользу резолюции ООН, которая касалась насильственного перемещения жителей из Абхазии и их возвращения. Это решение способствует дальнейшему укреплению отношений между нашими двумя странами. Динамика наших отношений очень высокая, визиты на высшем уровне – явление частое. Мы обязаны поддержать эту динамику», – заявил Кабахидзе. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что они с Пашиняном обсудили перспективы сотрудничества во всех сферах. Друзья, если вам понравился наш канал, то не забудьте подписаться.